Друзья, всем привет! Меня зовут Полина Бурмага. Я немножко шмыгаю, потому что сегодня довольно прохладно. Но не об этом. У меня огород на ТЭЦ. Вот здесь, значит, я сеяла морковку. Ну вот какие-то штуки похожи на морковку, но в основном тут какое-то у меня безумное царство одуванов, если честно. О, вот это вот, это скорее всего укроп, он так очень дружненько зашел, можно так посмотреть такими кучками, да, укроп. Вот здесь у меня взошла редиска дружненьким строем, и я как это, знаете, как бабушка уже, я вижу травку, надо ее срочно выдернуть, вот. Лучок. Сегодня буквально мы сооружали, мне, я скажу честно, мне немножко помогают в физическом сложном труде, сооружали парник, но пока его нужно довести до ума. Так, лук это рукола, вот тут салат, вон там у меня подсолнухи, вот тут тыква, здесь будут кабачки, в парнике огурцы, помидоры, здесь картоха. Картоха? Конечно, без нее. И закончится все это дело цветником. Я, значит, как настоящий огородник, запаслась леечкой. Вот этого друга польем. Этого друга я привезла раньше, тоже его привезла с дачи. Это, между прочим, желтый ирис. Вот. Ну, я вообще-то надеюсь, что он уже зацветет в этом году. Я вообще надеюсь, что у меня все зацветет в этом году. И не просто зацветет, а еще это плодоносить начнет. Так, ну все. На сегодня мы, значит, закончили с посадками, мне нужно только будет там полить, кое-где прополоть, и все. А в следующий раз мне еще предстоит посадить помидоры и огурцы вот в этот чудесный парник.